Помните, я рассказывал про любовь к пикапам? Вот, смотрите. Микроскопический пикап. Так что пикапы здесь любят. Как говорится, вот там стройка. Вот они и на свадьбу, и на похороны, и на стройку, и в магазин, и куда угодно. И вся семья ездит в кузове. В общем, вся жизнь в пикапе. Видел даже пикапы, в которых реально люди живут. Ну, то есть там видно, что в кузове у них там лежанки эти свернутые. И они там же возят всякие овощи, фрукты. Ну, что они там возят, чем торгуют. Вот. Еще видел однажды в Тук-Тук, ну, как вы теперь знаете, это чуток переделан на пикап. А рядом с водительским сиденьем был на сиденье, вернее, да. То есть сидел водитель справа, здесь провожены все машины. Справа, соответственно, сидел водитель, работал. А слева спали два ребятенка его на сиденье. Вот. Собак тут хоть и не любят, зато их много. Вообще непонятно, кто их не кормит, но они разводятся.